Зима, город Якутск, соответственно, якутские морозы. Мы находимся в центральных районах города. Вот это в тумане видится торговый центр. Редкие прохожие быстро перемещаются. Вот это многоквартирные дома. Здесь же рядом на фоне многоэтажных домов обычные деревяшки. Деревяшка — это деревянный дом, в котором отсутствует благоустройство. Вот, воду надо брать на улице, на водокачке. Вот, надо набирать воду и использовать ее дома. То есть надо таскать. Соответственно, в этих домах нет водопровода, нет канализации. Канализация, грубо говоря, как бы вышел на улицу и вылил отходы своей жизнедеятельности. Вот такая помойная яма. Там туда все это выливается. Оно, конечно, сейчас минус 5 мороза, оно просто все замерзшее. Вот, отковыривается замерзшая часть, и так валяется. Туалет тоже на улице, рядом с домом. Уличный туалет. Вот, Д. Двигай отсюда, наверное, так расшифровывается. М. Вот. Тут как бы выполняем свои физиологические отправления. Вот. Как-то надо найти местечко, если по-большому что-то хочется отложить. Ну, по идее, наверное, его должны чистить. Минус 50 мороза, конечно. Тут надо все оперативно делать. Вот. Куда попадешь, туда попадешь. Но одна польза. Зима. 9 месяцев, и это все замерзшее. Ну, как бы и не пахнет сильно. Не шокирует. Вот так-то. Город Якутск, столица Алмазной республики Якутия. А со стороны центральной улицы эти деревяшки выглядят нормально, так симпатично. Вот хорошие такие домики снаружи. А удобства все во дворе. Вот. Приезжайте к нам в Якутск. У нас тут очень красиво зимой.